Всем большой привет! Меня зовут Юлия, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня с вами идем в гипермаркет магазина «Светофор», в магазин «Маяк». Посмотрим, что здесь нового. Давно с вами не были, поэтому хочу посмотреть по ассортименту и показать его вам. Город Курск, улица 50 лет, октября 179. Желаю вам приятного просмотра. Начинаем! Вот такой вот заметила от Камей лосьон для рук и тела. Удобный дозатор, красивая такая упаковка. 131 рубль, 430 миллилитров. Его не было, но и видно, что его много прям стоит. И еще увидела от Tresemme. Смотрите, интересно, как заколка внутри. Собери более 40 разных заколок. Такой приятный очень подарочек есть. И тоже это новинка, видите. Конечно, тут некоторые заколки, наверное, смотрели или что. Открытые. Все стоят. И это у нас кондиционер для создания объема. Стоит он здесь 156 рублей 400 миллилитров. Ну, если есть кондиционер, наверное, должны завести как-нибудь все-таки и шампунь. Рядом от Estelle тоже новиночка. Причем, смотрите, она этот оттеночный бальзам в разных цветах. Коричневый вижу, даже для блонда вот там вот наверху. Так, сколько он стоит? Смотрите, даже ценники находим сегодня все. Вот это прямо сказка. 90 рублей стоит такой оттеночный бальзам для волос. Бережное окрашивание, блеск и защита волос. И с кондиционирующим эффектом сразу. 150 мл, в принципе, стандартный объем для них. Мыло. Антипетин. 4 кусочка для замачивания, для стирки и удаления пятен. Пятновыводитель такой. Кстати, очень хорошие отзывы он получает. По-моему, он даже в фикс-прайсе был. Стоит здесь 79 рублей. Получается 4 таких кусочка. Друзья мои, буду признательна вашим отзывам. Пишите, что пробовали, что понравилось, а что нет. Снова завезли скрабик для тела. 79 рублей, 250 миллилитров. Омолаживающий. Разглаживающий. Ой, открытая упаковка. Ага, видите, защитная пленочка есть коричневого цвета. Прикроем, посмотрим. Это скраб-желе малина. Настоящая витаминная бомба. Написано именно так. Так, а здесь у нас тоже появилась соль для ванн. 36 рублей 900 грамм. Череда и крапива. Я сейчас как-то полюбила соль для ванн. Спа-уход у вас дома, солевые ванны повышают тонус и улучшают сон, снижают мышечное напряжение и успокаивают. Видно, что она немножечко такая цветная. И еще есть какой-то другой аромат. Здесь она уже такая, знаете, белая, морская, натуральная. Но ценник один. Знаете, это большая упаковка, 900 грамм, и цена очень достойная, потому что я смотрела себе в Магнит Косметик, там прям цены... Ну, подороже будут, подороже это точно. Так, ищем еще новинки. По порошкам, что здесь? У нас почему-то в Светофоре один Биомакс. Ну, вот этот Бимакс, точнее. Здесь у нас есть Персил. Против неприятных запахов. Небольшой, правда, он. На 12 стирок. Такая стандартная какая-то упаковочка. Кило 620. 196 рублей стоит. Здесь нет ценника, на детский тайт, аквапудра, далее Бимакс, Биолан, 250 рублей, 5,4 килограмма. Так, Ариэль, как много его завезли, только не вижу пока ценника на него. Ранее когда-то вам говорила, конечно, по ценам, что, ну, когда нет ценника, придумывать не буду. Так, смотрите, и тайт вот этот появился здесь, правда. Так, Биолан 250 рублей. Вот он. И тайт вот такой, яркие цвета. Тоже здесь его много. Но ценника... А, ценник будет дальше. Тогда идем с вами дальше. Покажу, что есть вот такой обычный тайт. 9-килограммовый. На 60 стирок его хватает. На него нету ценника. 500 рублей стоит. Тайт, вот, как раз от него ценник. Но он просто на Бимаксе. 500 рублей. 6-килограммовый. И если смотреть яркие цвета, тает 5,4 килограмма по 305 рублей, тоже в ассортименте. В общем, знаете, порошки здесь есть. Это хорошо. Так, вижу, что появился новый набор из 5 супер губок для посуды. Они побольше, чем стандартные в продаже есть.
С одной стороны обычная губка, с другой стороны вот этот слой, который очень хорошо оттирает, достаточно твердый. И стоит такой набор 18 рублей. И обычные губки вот по 19 рублей. Ну, вот эти, которые у нас в светофорах. 10 штук их в упаковке. Кстати, надо губочек набрать. Закончились дома. Детские влажные салфетки по 30 рублей. 50 штук в упаковке. Смотрите, какие яркие дизайны упаковки. Пандочка. Тигренок есть. Жирафик. Кстати, друзья мои, сразу скажу, что будет несколько выпусков из этого магазина, так как магазин огромный. За один раз все новинки вам показать не получится, но я буду стараться. Далее у нас здесь шампунь детский 0+, от макушки до пяточек, без слез и гипоаллергенно. Хэппи момент. Сколько он стоит? Надеюсь, найдем с вами. 380 мл, 62 рубля. Смотрите, тоже новинка. Щенячий патруль нарисован. Это детская жидкое мыло. Я посмотрела, консистенция вообще хорошая. Смотрите, какое густое. Удобный дозатор, можно не переливать. И 300 мл. Антибактериальный эффект, подходит для купания, гипоаллергенно. Но на него, к сожалению, ценник я не нашла. Большой выбор освежителей. По 75 рублей 290 мл. А вот эти, вижу, что новинка. Не было их раньше. В темных таких упаковках. Стоит 76 рублей. Ягодный глинтвейн. Сочные ягоды, зимние специи. Здесь 300 мл. И они, кстати, разные по аромату. Вот здесь вот у нас мандариновый фейерверк. Ну, в общем, это новиночка здесь. Пеленки одноразовые. 8 штук. Забота с первых дней жизни. 95 на 80 сантиметров. Ценника тоже, к сожалению, не вижу. Но пеленочки появились. Влажные салфетки антисептические, вот с такой вот закрывашкой, которая очень удобна, они не засохнут быстро. По 80 рублей, 72 штуки в упаковке. Тоже здесь их много. Сразу скажу, что я снимаю прямо по рядам. Первый ряд мы с вами полностью просмотрели. Сейчас пойду вот этот посмотрю. Далее у нас будет посуда, потом там продукты. В общем, все смотрю по рядам, чтобы ничего не пропустить и все-все показать вам. Гель «Белизна». Ну, думаю, что все знают данный гель для отбеливания разных тканей, чистки и дезинфекции эмалированных, фаянсовых и керамических поверхностей. 53 рубля за 1 литр. Тоже никогда не видела его еще в маяке. И в светофоре еще не завозили ни разу. Ну и здесь мы с вами зашли на ряд, где бытовая химия. Все только с ней здесь связано. Все хорошо, удобно стоит. Смотрите, азелит наш любимый есть, который здесь стоит 100 рублей за 600 мл. А вот здесь вот новое что-то от Сив. Антиналет для ванной, подходит для акрила и душевых кабин. 100% блеск и сияние. Удобный очень дозатор, точнее распылитель. Так, а стоит он 46 рублей, 230 грамм. Нет, здесь 500 мл, это не о нем речь. Значит, нету ценника. Так, а вот здесь вот еще какая-то разновидность, блестящий эффект, антиналет. Тоже вижу, что упаковка 500 мл с удобным распылителем-дозатором. Блестящий эффект, антижир. Прям, смотрите, целую серию завезли. Здорово. А речь идет в этом ценнике вот об этом креме. Здесь как раз 230 мл. Мне желтенький как-то нравится побольше. 46 рублей стоит. Но белый тоже, в принципе, неплохой. Хорошая у них серия у Сифа. Санитол, как и в светофоре. Силит Бен. Это у нас антижир и сияние. 112 рублей. Но мне, знаете, нравится больше с распылителем, который вот прыскается. Так, а вот здесь вот силит у нас для ванны и туалета. Налет ржавчина. 135 рублей. Но все равно они идут, наверное, даже больше универсальные. Ультраблеск универсальный для поверхностей и текстиля во всем доме. Ого! Прям вообще такая серия. 135 рублей. Расширенная серия. Здорово. Купила я вот такой вот как-то санитол для кухни. Купила его в фикс-прайсе. И знаете, могу сказать, что
хороший, оправдывает свои деньги, ничем не пахнет, стоит 99 рублей. Так, идем с вами дальше. Интересно, что же еще новенького. Смотрите, от Finish появились посудомоечные таблетки, да, для посудомойки. Сколько стоит? Посмотрим. 842 рубля, 90 штук. Производитель указано, что Польша. Здесь 90 таблеточек. Ежедневное очищение и чистота. Кто такими пользовался? Напишите, нравится или нет. Так, вижу, что еще какие-то новые здесь тюбики. А это, наверное, от Unicum. Кстати, тоже многие девчонки мне писали именно про эту фирму, что она недорогая, но нормальная, эффективная. Есть для унитазов и сантехники. Аромат лимона будет. Хочу посмотреть, сколько. 750 мл, стандартный объем. И вот здесь вот по цвету у нас... Хотя нет, тот же. Вот здесь вот голубые какие-то упаковочки. Нет, такой же. Для сантехники 126 рублей. Фэри. Ну, они всегда продаются у нас как-то. Так, снова от Unicum для стекол, пластика и зеркал. Высокоэффективное средство. Удобно. Мне нравятся вот такие дозаторы. Вообще очень удобно. Чтобы не мыл. 115 рублей. Так, а что еще новенького? Вот здесь вот тоже новое какое-то средство. Уникар. Средство для мытья стекол, пластика и зеркал. Тоже какое-то такое примерно эффективное очищение. Так, по 87 рублей. 500 миллилитров. Дальше пока новенького ничего не вижу. Ну, вот такие вот средства для посуды по 25 рублей. Экономичные есть в продаже. А вот тут новинка. От Finish также. Глубокое очищение. А что это вообще такое? Пятновыводитель. Но он, знаете, порошковый. Несмотря на такую бутылку, порошкообразный. Порошок для мытья посуды. 254 рубля, но это тоже для посудомойки. Посмотрим, что еще интересного найдем. Давно не были, прям новинки налицо. Сразу видны. Которых не было ни разу. Средство вот такое от Mr. Des для мытья полов всех типов. Объем литровый он. А сколько он стоит? Здесь все про Mr. Proper. Так, нету ценника, к сожалению. Ладно, идем с вами дальше. Бреф для туалета. Вот этот вот стикер, он один в упаковке. Стоит 80 рублей. Шарикообразная. Чистин гель, миф. Туалетной бумаги завал. Прямо горы горные тут. По-моему, новая туалетная бумага вот такая вот. Содержит серебро. Гипоаллергенный аромат. 4 рулона, но ценника нет. Сколько стоит, интересно. Так, посмотрим с вами дальше. Общим видом, наверное, покажу. Фамилия туалетная бумага. Лилия, очень бюджетная. Разные салфетки в рулоне, которые такие сухие полотенца. И здесь салфетки универсальные есть. Есть сухие, есть бумажные, есть из целлюлозы. Но пока новенького ничего по этим рядам не вижу. Много всего прям. Новые салфетки, вижу, появились. Смотрите, как они называются. Антистресс. Влажные, универсальные. Почему новые? Потому что, смотрите, как попит нарисован. Знаете, вот этот тренд для деток сейчас. 54 штуки. Ну, в принципе, обычная стандартная такая упаковочка. Стоит здесь 34 рубля. Мимо пройти точно нельзя, потому что попиты появились совсем недавно. Вот вам, пожалуйста, и упаковка под них. Вообще, выбор салфеток огромен. Вот эти Аура, как в светофоре. Туалетная бумага от Аура есть. Подгузники детские. Разные эконом-варианты салфеток. Ну, в общем, здесь их очень-очень много. Просто эти увидела, что новенькие, решила сразу вам показать. Бинты, смотрите, появились. Стерильные, марлевый медицинский. 7 метров на 10 сантиметров. 3 штуки их в упаковке по 64 рубля. Миска для животных. Показывала вам ее как-то, но не было ценника. Сейчас вижу ценник, с удовольствием вам его скажу. 77 рублей. Миска с декором, знаете, достаточно большая. Мне кажется, подойдет для многих собак, многих кошек, ну, в общем, многих животных. Такая разделенная на
две. Но могу сказать, что вот эта наклейка, видите, как она приклеена не очень хорошо, можно ее с легкостью снять. Будет обычная стандартная белая пластиковая мисочка. Заметила еще, что появились вот эти вот термоса. Они неплохие, потому что из нержавеющей стали. Но, к сожалению, не смогла найти цену на них. Очень жалко. Но, может быть, потому что их только выставили, потому что их не было абсолютно. Здесь складная ручка. Подходит для еды и напитков. Герметичная крышка с термоизоляционным материалом. Ну, думаю, что многие знают эту модель термосов. И когда-то, очень давно, они уже были в продаже. Я вам их показывала на 1 и 2 литра они. И вы писали, что хорошие со своей задачей они справляются. А именно, сохраняют напиток горячим до 12 часов, а холодным до 18 часов. Сколько же много разной мелочи. Даже вот такая одноразовая посуда есть. Очень много контейнеров одинаковых и разных на 1 литр. Три контейнера с разными цветами покрышкам. Ценника не вижу. Здесь вот есть ценник 105 рублей, но написано, что там разные будут по литражу контейнеры. А у нас здесь одни. Так, а вот тут вот, смотрите, новинка. Контейнер для овощей на 11,2 литра 208 рублей. Помните, такие были в фикс-прайсе недавно? И потом они пропали, очень-очень подорожали. Как-то я их вам показывала и в ленте. Смотрите, что я заметила. Они разные по своему объему. Какая прелесть. Если я не ошибаюсь, были в фикс-прайсе только одни. И, по-моему, вот такие вот маленькие. Маленький контейнер, он на 7,6 литров. Конечно, это полипропилен с крышечкой. Но я заметила, что здесь есть еще большой. И ценник, я вам сказала, на большой. Ценник на маленький тоже присутствует. Вот там вот он. 167 рублей. Это вот этот 7,6 литров. И рядышком, видите, 208 рублей. Это 11,2 литра. В общем, супер, что появились более глубокие. Самое, знаете, для картошки, например, да. Если в маленьком можно лук, морковку, какие-то вот такие овощи. Картошки побольше обычно занимает место. Ну и, в общем, это здорово, что появляются такие. Наборы стаканов. Три штуки, 33 рубля на 400 мл. Каждый стакан сделан он из пластика. Все они в такой сеточке. Три цвета вижу. Желтый, розовый и голубой. В общем, много всего завезли. Смотрите, какие чайнички появились эмалированные. Небольшие. По 547 рублей на 2,5 литра. В общем, это тоже новинка. Друзья, на сегодня я свой обзор буду заканчивать, но обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что действительно много всего завезли, есть что вам показать. Прямо радуюсь всегда, когда так происходит. Сейчас пойду на ряд с посудой, посмотрю, что здесь из новинок. Посуда всегда тоже радует по своим ценам бюджетным. Ну, в общем, вы все сами знаете. Ну, на сегодня спасибо вам большое за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч, всем пока!